Значит, одним из требований при моделировании у нас является то, что все нормали должны быть повернуты лицом на улицу. Что это означает, когда мы моделируем наше здание? Вот, вот это у нас лицевая нормаль. Внутри коробки находится изнаночная нормаль. По совету нашего сотрудника Андрея Чудинова, значит, было предложение включать галочку Backface Cool. Вот мы сейчас, допустим, коннектнем это все дело, выдаем. Это не относится к теме просто. Вот. А дальше правой кнопкой вот назначаем на объекте отображение, свойства отображения Backface Cool. Когда мы включаем эту галочку, мы, естественно, грохаем дно, то есть у нас по требованию максимально идет оптимизировать по полигонам. И вот мы в этом режиме видим, что все полигоны, которые от нас развернуты лицевой нормалью, они становятся прозрачными. Ну, видимо, да, я согласен. То есть, а вот нижние вот эти вот, они к нам лицом, вот мы их через эту прозрачность видим. В этом режиме, да, вот легко контролировать, как развернуты наши нормали и заблаговременно их флипать. Вот. Развернули, все, она стала прозрачной. Все. Спасибо за внимание. То есть вот эта, кстати, опция, она вот дублируется в вкладке справа на панели нашей. Тоже удобно. Вот Backface Cool включать. Без нее мы все видим, как бы одинаково закрашены. А с ней, с включенной галочкой, мы обратные грани видим прозрачными. Ее также необходимо отключать, потому что вот нам надо будет, допустим, если чего-то изнутри работать. Выдавливать там изменения какие-то, либо редактировать. Мы задавили, допустим, какой-то элемент внутрь. С включенной опцией мы не увидим вот этой конструкции, она от нас будет прозрачна. То есть надо выключать в этом случае, да? Но когда мы нормально контролируем, мы включили, проверили, и те нормали, которые неправильно развернуты, вот они, вот как мы их с помощью флип вращаем. В таком не видно, а если включаем Backface Cool, видно. Вот они пропадают, неудобно работать изнутри. Но для нормалей удобно. Выключили. Тут еще вот одна фишечка, попутно расскажу. То есть вот, допустим, вот это вот неправильно, то есть все то, что инсертим, а потом остается у нас еще внешний ободок, который прямую область описывает, мы его должны грохнуть. Как это делается? Либо target weld'ом, да, притянуть эти все точки. Второй из методов, вот под разные частные ситуации можете использовать раз. То есть grow, примыкающие соединили, после этого delete и кэпнули это место. Все, у вас один полигон вместо 5. В принципе, все пока есть.